Жители Московской области смогут проголосовать по вопросу ликвидации мусоропроводов в многоквартирных жилых домах. Голосование на портале «Добродел» стартует 1 июня. По итогам будет определен список домов, в которых после проведения общего собрания собственников будет принято окончательное решение по демонтажу мусоропровода. Ожидается, что такая мера позволит обеспечить чистоту и комфорт в подъездах и повысить культуру населения при утилизации отходов.